Выполнимы все задания и задачи. Тактика, упорство, ваш конек. ВДВ – элита войск. А это значит, знают дело они свое вдоль и поперек. Для ветеранов-десантников, действующих военнослужащих и всех жителей Кубинки сегодня двойной праздник. В день ВДВ на площади возле железнодорожной станции установили боевую машину десанта-1. Главный символ – крылатой пехоты. Сюда теперь будут приходить все десантники, поздравлять друг друга с днем воздушно-десантных войск. Даже буквально, мы когда ее устанавливали, шел мужчина, взрослый уже. Он подходит и с разбегу начинает: «Моя родная». Те, кто с этой техникой общался лично, кого не раз она спасала в горячих точках, говорят о ней, как о живой, со слезами на глазах. Именно эта копеечка нас выручала всегда. В Афганистане мы ласково называли «Шайтан Арба». Почему так получилось, что мы их называли «Шайтан Арба»? У него частенько слетал бандаж с колес. И голыми катками по гусеницам она наводила ужас на душманов. Теперь гордость десанта будут видеть не только жители Кубинки, но и все проезжающие мимо города. Так называемая БМД-1 станет напоминать о ратных подвигах военнослужащих, защищающих нашу родину. В праздничный день для них теплые слова благодарности и пожелания. От имени главы округа Андрея Робертовича Иванова хочется от Совета депутатов поздравить всех вас с 92-й годовщиной образования десантных войск. Пожелать нашим десантникам здоровья, счастья и крепко любить свою родину и защищать ее во все времена. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».